проверили, сколько смог. Две записки с просьбой «День Победы я встретил в Германии». Но мне хочется грустные стихи читать. Может, не стоит? А нет, книжки, пожалуйста, в колонке прочитайте. Да. Что, вспомните? Ну, пожалуйста, грустные стихи. «День Победы я встретил в Германии, той поверженной прежде стране, что позднее прошла покаяние и теперь процветает вполне. Гром салюта над площадью красную, разноцветные вспышки ракет. Сколько лет все победу мы празднуем над страной, что в помине уж нет. Для чего эти праздники горды? Мне понять слишком хитро. Маршируют нацисты по городу и людей убивают в метро. Не могу, старики-победители, я поставить им это в вину. Просто зря умирали родители за печальную нашу страну. Потому что известно заранее, в целом мире, куда ни приди, что не будет нацизма в Германии. А у нас еще все впереди. Не дай Бог.